История с задержанием предполагаемого иностранного шпиона, который накануне сообщили Федеральной службе безопасности, сегодня получила развитие. Эстон Кохвер, сотрудник МВД Эстонии, Тартусского департамента полиции, доставлен в Москву. Решением Лефортовского районного суда он арестован на 2 месяца. И сегодня же мы получили оперативное видео, на котором изъятый при задержании Кохвера пистолет «Таурус» с патронами 5000 евро и спецтехника для скрытой аудиозаписи. В Таллине утверждают, что полицейский занимался расследованием некоего преступления, связанного с контрабандой на эстонской территории. В ФСБ настаивают, что Кохвер был задержан в России, в Псковской области.